Книга «Открытым оком», том 2, тема «Деньги», вопрос 861. Не грех ли деньги класть на сберкнижку, чтобы собрать на похороны себе? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не грех. Тавид 4.1. В тот день вспомнил Тавид о серебре, которое отдал на сохранение Гаваилу врагах медийских. Исход 22.7. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое. Вторая Маковейская, 3.15. Священники в священных одеждах, повергшись пред жертвенником, взывали на небо, чтобы тот, который дал закон о веряемом святилищу имуществе, целости сохранил его верившим. Вторая Маковейская, 3.22. Они умоляли Вседержителя Бога, веренное сохранить целости верившим. Кавычки закрыты. Если случатся какие-то проценты, то заранее обреки их отдать на нуждающихся. Ими не воспользуйся. Сберкасса только для сохранения.